Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммера, а также больших ценителей коллекционных карточных игр. Неожиданно, но сегодня мы рубаем за Желимана, примарха ультрамаринов. И вот такой вот сборочкой сегодня будем баловаться. Хочу пофаниться. Вот такой сборкой на аркологии Гнев Предательства. Она не такая прикольная, какая была прежде, до нерфа аркологии. Но что-то просто есть желание немножко почудить сегодня и поругать. Надеюсь, не будем ее ругать, а будем рубать нормально такой сборкой. Вот, собственно, она. Более детально. Вот такая она сборочка. Можете заскринить, но она, говорю, она в основном более для фана. Поехали! О, Калеб Децима. Первая часть комбы есть, единственный минус в том, что мы сейчас встанем, будем стоять бесконечно. Собралась комба. Пришли контроль карты. Так, делать нечего, будем убивать амиатом. Больше механикусов. Так, давайте посчитаем. Пятерка на 4 урона здесь. Thank you.
нас сборки две. Карты Гнев Предательства. Ну, потому что мы вот древним Марцеллом бы не убили. Все, шестерка у нас. Так. Можно, в принципе, его обмануть, меньше дамаг уж срезать часть этих чуваков. Давайте. И, конечно, он раскачает, но может быть он дрогнет археология и жили покажет себя все свои красе. Интересно, что он сейчас делает. Неужели? Вот если ты пожадничаешь и разрушишь сейчас аркологию, ты проиграешь. Если мы пробафаем, мы зачистим стол, да? Зачем, когда мы можем... Сколько наносит? 6 единиц, да? Ну, надо, значит, добить все вот эти. Ладно, сейчас. А, двойку, он шестерку наносит, тогда вот это. Восемь будет с уроном. Подождите, 8 или 6? А, 6, все правильно. Окей. Так. Не, он все правильно делает, он в
сомневаюсь, что... Значит, наверное, даже сделаю как сейчас. Добью Урдзи. Барон добью сюда. Ставлю Джубака. Напряженная прям партия. И у нее масса римов, да, есть? Какой-нибудь. А, ну все правильно, да. Вот зараза. Это он создал через комплекс? Нет. Так, мы можем добить... Есть 4 на 6 урона по всем. Ну, это опасная штука. Ну ладно, чувак, у меня есть еще одна аркология. Мы еще поживем. Размениваться. Ну, так, живем. Хорошо. Прекрасно. Так. Все интереснее и интереснее.
там. Знаете, что надо? Сколько он уменьшит до двух? И если мы вытащим еще Стеллока. Если вытащим Стеллока, то можем чистотически убить Кориэльку. Ну, давайте рискнем. Блин! Я забыл, что он бафает существ. Ой, господи. Я что-то аркологию не посчитал, что он его бафает. Если бы, конечно, вытащили бы Стеллока. Ладно. Да, я что-то тут задумался. Не взял в расчет аркологию. Не, ну тут не вытянем, но партия прикольная была. Ну тут заступил, конечно. Ну, хорошо оппонент сыграл. Там не давал нам разыграть панду. Ну стан, конечно, да, сильная децима. Ой. Надо запомнить, да. Чем мы себя крутых каких-нибудь ништячков набросаем? Так. Ах ты поросенок. Две карты. Такого геса нет. А где еще у дураку вытащил? Жалко, конечно. Как вот они так тянут нужные карты? Я уж, блин, сижу, у меня столько ходов, у меня нет ни одной аркологии. Бред.
И у нее сейчас масса ремонт будет, да. Ну, зато мы жили, если чё. Обрейдимся. Пстящий сыр. Как удачно. Ой. Попробуем ее удалить. Отлично. Так, сейчас тебе пстящий сыр покажет, как нужно воевать. Это какой-нибудь опять безумный выживший себе на статуе. Да, блин. Скотина. Ничего, да не сможем на тройку сейчас налепить. По парню с рывком у нас. Ну ладно. Ну, два стана подряд, конечно, это очень тяжело.
Так, давайте подумаем. А, ну в принципе, что тут будем? А, нет. Но здесь, в принципе, в любом и в том и другом случае нужно снести... Ну, давайте этой картой мы и добьем. Ну прям, ну вообще, тяжко-тяжко, ну прикольный матч. Поехали дальше. Прям вот, да, он два стана вытянул, да, это очень тяжко. Ой, ну Магнуссен столько уешек, что это. Я думаю, мы вообще не разыграем здесь. Но опять же, уешки дают нам возможность быстро получать расплату. О, начались эти шедевры Шицки. Отлично. Так. 6 стоит у него ремув. Пепельный удар и волна 8. А, он сразу так решил. Ну ладно. Хочется, конечно, Стелла кинуть, но я точно знаю, что он убьет аркологию. И это совсем не надо. Чуть-чуть здесь вытянем. Ну, кстати, неплохо, если он вдруг ремугнет аркологию свою.
Окей. Так. Как же он прям хорошо бросает эти защитные спутники. Say goodbye. Сброшу. Поехали дальше. Тут я думаю вообще просто как бы все закончится очень быстро. Очень быстро, причем. Я бы сказал бы даже скоропалительно. А вот эта карта может нам пригодиться. Миссандрич. Ну, чувак, я не буду биться в тебя.
Давай мы даже сделаем вот так. О, реально. У нас, в принципе, Харлон, который может... Нет, Харлон это как архив. Ладно. Так. Понятно. Не пришло ни одного... Поехали дальше. О, Харл. А, ну ладно. Уже не думаю. О! Ну что, сейчас все два типа залетят. Без комментариев. Так, три тика подряд влетело. Интересно, интересно. Самая бесполезная хрень.
Сейчас еще это тактика будет, да? А, не, странно. Мне очень нравится говорить Желиману вот так и добивать его. Ну, Пертураба? Нет. Это не Перт. Если чувак сейчас вылутает тактику, которую дает ему, ну вот поняли, что я имею в виду, после убийства может еще раз действовать, может прям ливать, потому что не бьет аркологию зачистить. Ну, можем. Сколько у нас? 9, да. Ну, по-моему, у него нет инвиз. Или я не помню. А, вот. Ну, это стандартный. Вот, собственно, и оно. Ну, радует за то, хотя бы я, если что, с Желиманом очень быстро прокачаюсь. А чё он без ответка не накинул? Ну, он сейчас тут нехило урона гребет. А, ну если так таким... 9-8-8... кстати, Жильк может уже...
Ой, господи, я не то сделал. Я подумал об активации обилки, но... сделал не то. Так, ладно, дерьмо скинем. Я думаю, надо активировать обилку и, короче, потянуться за... как? За дровом. Я, как всегда, в своем репертуаре. Кайзо Уэйн на единичку, вот наш. Ну, это, говорю, это у меня расплата за внимательность. Дурату надо учить. Эх, жаль, я не смогу в этот же ход разыграть аркологию. Да. Пятерочку тебе. Сейчас погодь. Так. Скинем. Блин, перебор по картам. Реально попробовать через это сыграть случайному врагу.
С одной стороны, это даст ему отхилку. А с другой стороны, это лишних 2 урона мне сейчас в лицо. Сколько он? 6, 2. Ой, ну ты ч... А, не, он все правильно сделал, смотри. И сейчас. Так, ладно. Могу себе вернуть в руку, но это ничего не даст. Либо потянуть карту. Ой, да ладно, вдруг мы, не знаю, там вообще миат потянем. До свидания. Как я и говорил. Поехали дальше. Жили красавчик он сейчас. Тарвиц его сейчас обгонит. Ладно, посмотрим. О, прям с козырей зашли. Ну давайте так. Да, вот так. О, вот это прям здорово. Так, сколько у нас? 8. Сечетка. Не, дружище. Даже, наверное, так сделал. Сейчас может за тройку вывести байк, наверное, да? Такую штуку, да? Нет, такую штуку я не хочу. Неприятно.
гордостью императора нашей славы нет. А, ну тут, в общем, понятно. Так, следующая партия. Фамильгатор. Боль, особенно когда играешь аркологию или минометом. О, варгарчик. Но почему не как в случае с ханом масс ремув по столу? Две аркологии. Будет безумный желеман с кучей аркологий. Или не будет. Так.
чистоте попробую их очень красиво зачистить. Чувак, неужели ты добьешься аркологии? Ой, если тебе сейчас нечем ремувнуть стол. Это тебе закал, Ларгар. Да, забавно. Наконец-таки мы разыграли эту камбу. Давайте еще раз сыграем. Ну что последний, потому что я вообще уже ничего не соображаю. Ну ладно, давайте попробуем. Экология. Там они за единичку, кстати, эта штука или за, да, за единичку. А, неприятный пробав. Ну ладно, в общем-то. То посмотрим. Ах, негодяй. Как хорошо, что у меня есть ремонт вот такого типа.
Внутри Invicta. Так, он ремонт случайного, да? Ремонтские командиры. Многовато будет. А я не сделал две карты всего, у меня две. Чтобы без разницы. Так, надо срочно искать Дармиата. Ну или Стеллу Камилу убивать. Ох, если сейчас придет эта штука с пробафом. Так. Конечно, он меня сейчас отхерач. Сейчас посмотрим. Все равно больше дамага вносит. И даже веселее. Сколько здесь получается? Там. Ну вот на такой веселой ноте мы закончим, пожалуй, на сегодня игры с Желеманом. Надеюсь, они вам понравились. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.